Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! И специальное предложение только сегодняшнего дня – это костюм Регина, который только появился на телеканале Shopping Show, завоевал любовь наших телезрителей. Специально к сегодняшнему дню, Татьяниному дню, мы приготовили для вас лучшую цену 1999 рублей со скидкой 1200 рублей. И это настоящий, грациозный, шикарный костюм. Кстати, Лер, вот у всех костюм ассоциируется с костюмной тканью, которая не тянется. И я буквально недавно поняла, что, поправившись, я его пыталась на себя надеть, но он даже не то чтобы не застегнулся. Я поняла, что он у меня, ну, просто не вызывает никакого интереса. Он ни с чем не сочетается из моих вещей. Ну, а потом, ты знаешь, все-таки костюм из жесткой ткани у нас обязывает. Он обязывает нас к определенному стилю. Чем хороши такие костюмы меланжированные, мягкие, трикотажные, которые мы представляем вам сегодня? Помимо того, что это ультрамодное решение, это совершенно универсальный вариант. Вы можете носить костюм вместе, вы можете разбивать костюм и носить, например, как это делаю я, только блузы от него, сочетаясь с жилетами, с брюками, с джинсами, с другими юбками. И это всегда уместно, это всегда удобно. Это всегда женственно, это всегда красиво. И, кстати, самое главное, что у нас сегодня есть 5 цветов на выбор, поэтому, девочки, ни в чем себя не сдерживаем, выбираем самое лучшее. Итак, мой сегодня цвет бордо, яркий, экстравагантный и смелый. Ты выбираешь? Я выбрала синий цвет блузы от этого костюма, сочетаю с брюками и жилетом. У нас есть с вами цвет вкусные сочные сливы. Посмотрите, какой это красивый оттенок. Но и, конечно же, такой оттенок очень хорошо сочетается с зеленым. То есть, не забудьте. Кстати, зеленый цвет у нас тоже есть, изумрудный. Он будет называться в заказе. Так, есть также у нас еще и достойный изумруд, и черный цвет, как черный бриллиант. Цена за полноценный костюм, две вещи, блуза и юбка, 1999 рублей. Со скидкой в 1200 рублей, но сегодня есть еще и прекрасная акция. При заказе специального предложения дня костюма Регины с любым другим лотом из нашего эфира вы получаете, внимание, бесплатную доставку и, конечно, возможность выбрать для себя самое лучшее. Кстати, Лер, смотри, размеры отличные, от 46 до 68 размера. Вот все-таки две вещи у меня. Вечная проблема с низом, да, с юбками. Расскажи, как выбирать размер. Слушай, но когда мы говорим про костюмы из жесткой ткани, там, конечно, сложности с выбором размеров. Когда мы говорим про трикотажный костюм, это гораздо удобнее. Во-первых, выбирать нужно по типу фигур обязательно. То есть, если у вас объемный верх, пышная грудь и стройные бедра, берем по размеру блузы. Если, наоборот, у вас пышные бедра и при этом более компактный верх, тогда мы с вами будем выбирать по размеру юбки. И посмотрите, я вам хочу сказать, что юбка под вас в любом случае подстроится, в этом прелесть костюма. Видите, эластичная лента в поясе и сама юбка тоже достаточно эластичная. Ну, во-первых, вы сразу понимаете, что подстроится под любую фигуру, а во-вторых, Лен, твои проблемы, что костюм не садится, если поправился или похудел, уже не будет. Да, это правда, знаешь, уже проблемы не проблемы, а только настроение. Но знаешь, у меня тоже такой вопрос, смотри, очень такие пестрые цветы, много блеска. Это не перебор считается, как если вдруг такой костюм я решил надеть на важное совещание, допустим. Ты знаешь, я тебе скажу так, если речь идет о том, чтобы выбирать костюм, например, для деловых каких-то вариантов, да, можно выбрать просто сдержанный цвет, например, темно-синий или зеленый, а во-вторых, можно дополнить жилетом, как сделала я, или каким-то жакетом чуть-чуть приглушить эту палитру. Слушай, ну это, конечно, красота необыкновенная, причем, знаете, что мне нравится? Что он переливается, а у нас впереди весна, только представьте, как этот блеск будет сиять на улице при вашей походке. Знаешь, здесь походка изменится. О, да, на солнышке. Посмотрите, как будет переливаться. Но, кстати, знаешь, вот мне нравится, очень изящно здесь добавлен блеск, очень деликатный, я бы даже сказала. То есть это вариант очень хорошо подходящий на каждый день. Слушай, а скажи, пожалуйста, тоже вот блестяшки, знаешь, бывает, они колятся у нас. Вот здесь такого не будет? Слушайте, ну я предлагаю сразу посмотреть тогда изнаночную сторону. Посмотрите, это очень интересный вид трикотажа, трехниточное плетение с гладкой
ячеистой фактурой внутри и с эффектом вязки и люрексом сверху. Люрексовая нить, как видите, она простегивает только верхнюю зону, поэтому внутри костюм очень удобный. Ну что же, дорогие любимые, костюм Регина сегодня две вещи. Это блуза и юбка, которую вы можете сочетать со своими другими вещами, образами, которые вы можете носить совершенно на любой повод. И главное, что сегодня уникальная акция при покупке нашего костюма Регина. Причем мы не даем никаких ограничений с любым другим лотом. То есть вы получаете бесплатную доставку, вы получаете цветы, а это настроение, это сразу ощущение 8 марта и праздника. Вы получаете для себя удобнейший костюм, потому что вот сказать, что мне удобно, не сказать ничего. Мне комфортно, мне очень нравится, как он странит. Причем, посмотри, фигура вот сразу приобретает такой песочные часы. За счет чего ли? Вот, кстати, про стройность действительно нужно поговорить в этом костюме отдельно. Он очень правильно выполнен, очень хитро, я бы даже сказала, с точки зрения кроя, с точки зрения сочетаний. Смотрите, во-первых, что мне нравится? Мне нравится сам крой этого костюма. Юбка-карандаш, мы всегда с вами знаем, это отличный вариант для того, чтобы сделать бедра стройнее, какой бы у вас ни был тип фигуры, причем обращаю ваше внимание, какие высокие девчонки, а юбка закрыла коленочку. Это лучше вытягивает бедра, это всегда выглядит более элегантно. И как выполнен у нас с вами, посмотрите, верх, это блуза, выполненная в стиле свитшот. Что такое свитшот? Здесь у нас с вами, видите, вот такая вот эластичная лента и такой свободный силуэт. Свободный силуэт нам автоматически замаскировал животик и бока, позволил их сделать, совершенно незаметными. А второй важный момент, то, что рукав у нас с вами контрастный. Владательница верхних типов фигур, например, как наша Марина. Вот такой вариант на рукаве создает эффект жилета. А жилеты всегда делают плечико уже и делают нас с вами более изящными. Ну что же, дорогие мои, будем изящные. Собираем модный, правильный, умный гардероб сегодня. Становимся стройными и выполняем для себя самое лучшее. Это дарим себе красоту. 1999 рублей. То есть я делю цену на два, потому что у нас с вами костюм. Это юбка и блуза. Менее 1000 рублей стоит каждая вещь. Обратите внимание, синий, бордовый, слива, черный, изумруд. И все это за 1999 рублей за каждый костюм. Кстати, есть у нас до 68 размера. Лер, но опять же, он ни в коем случае не курится. Ощущения приятные. Да. Тело будет дышать в такой Тело будет дышать в основе вискозы. Я вам больше скажу, что этот материал очень хорошо стирается. Стирать можно даже в стиральной машине, вывернув предварительно костюм наизнанку. Выбирайте для себя лучшее предложение дня. Костюм Регина.